Схема кражи оказалась банальна. Пока девушка отвлекала консультанта разговорами, ее возлюбленный воровал товар с полки и прятал под куртку. Вынесли они набор для ролевых игр и помпу для мужчин. В момент, когда я вышла, девушка посмотрела товар. Мужчину я никак не обслуживала, он ко мне даже не подходил. Девушка сказала, что ей ничего не понравилось, после чего они с молодым человеком начинали уходить. Я отложила товар обратно, и в этот момент они забрали второй товар и быстренько ушли. Диана рассказала, что девушка и молодой человек были прилично одеты. В их поведении она ничего подозрительного не заметила, поэтому, видимо, и утратила бдительность. Нехватку товара на полке она заметила только в конце рабочего дня. Позже выяснилось, что парочка целенаправленно прогуливалась по секс-шопам в поисках интим-товаров. Интересный факт. До того, как зайти в наш магазин, они заходили во второй магазин, который недавно открылся, и тоже пытались там совершить кражу, но там все за стеклом, и у них не получилось. Надеемся, что люди одумаются и все-таки вернут, пока это все не разлетелось. И так уже много людей видели их в интернете, уже как бы слух идет. Возможно, им станет стыдно. Ущерб магазин оценил почти на 9 000 рублей. Заявление в полицию пока еще не написано. Сотрудники надеются, что влюбленные одумаются и возместят ущерб. Иначе им будет уже не до любовных утех.